плане, причем начиная с детских лет. Работе второй дня.
добились своего. Получил фашист гранату. Получил ему рабочий столик.
I'm
Да, туда добавить только сейчас. Я подойду сам. Марин, только одно что-то можно, да? Марина, можно вот это взять? Да, нужно. Так. Такой замечательный рыцарь. Так, где же оно? Вот здесь где-то. Вот оно. Оно поэтому. Марин, кстати, а можно ваш планшет взять? Плевать на нем. Нет, а ну и что? Я сказал, все, кроме плевать. Нет, а полароид я на полку. Все, кроме находящегося. А то есть планшет нельзя, да? Точно нельзя? Точно. Вы уверены? А я бы взял планшет. У Джошка еще есть конь. А, ну конь это отдельный я объект. Я уже, ну, я дочке подарю. Марина, а конь это отдельный объект для рыцарей? Или можно... Марина Константиновна, а можно в комплекте взять коня для рыцаря? Для Георгия? Да нельзя. Можно. В комплекте. Можно взять коня. Можно. Это комплект, да. Да, это комплект. Да, это комплект. Ты его можешь посадить на него. Отмечаешь? Вахтангу пользуется наибольшим успехом. Да? Вы берете зеркало, да? Да. Ага. А мои, кстати, на обоих, это все да. Фиолетовым замечательно. А кто еще что взял? Или Артур, ты ее взял? Я вообще-то рассчитывал, поскольку... Нет, ты только одну, ты взял рыцаря. Он взял рыцаря. Все. Я беру тарелочку. Так, а все ушли еще, да? Кроме коми... А что вы No, I'm thinking. She's, right now she's thinking. Ага. Nice. Марина, а что ты говорила, это Вахтанг? Это все предметы из моего дома. Вообще, это как бы опись имущества. Это проект, который. Да. Тоже ребенку подарили. Стоять будет. Правильно. Все так счастливы. Да. В искусстве главное гуманизм. Ну ты пошутил, парень. Где, о, Куми нашла, Куми нашла так. Себе гранат. Вы обвели гранат? Я вам уже обвела гранат. Все, хорошо. Мне ничего не нужно, мне еще не такой подарок дочери. Так. Кто-то там идет. Вот. Сейчас тот, кто подойдет, еще может что-то взять и показывайте, откуда взяли мне. Да. А так, показала... взял? Да. Взял. Марина Константиновна, вот взял человек. Кроме фотографии? Да, кроме фотографии. И все, себе домой. Спасибо. Пожалуйста. Так, вот еще три человека осталось. Ракушку взяли. Да. Вот 25 рублей очень рекомендую. Замечательная совершенно сумма. Так. О, ценнейшая вещь. Ценнейшая вещь. Вот. Так, отлично. А вы потом их обратно занесете? Обязательно. Вот на решетку кладите. Нет. Почему? Давайте, точно.
Самое эффектное место. Вы все сюда подойдете? Сейчас принесут. А? Сейчас принесут. Да? Я. Как раз акция продолжается наверху. Да, потому что. Ой, какая красота! Не то слово. Гениально. Гениально. Маленький Стантин художник, а не хер собачий. Ой, класс. Ну? Вот видишь, потребовал, поэтому ты будешь работать через 15 минут, целый час. Я думаю, что вы успеете. Я успею. Ну вот. Да нет, вы не торопитесь. Да мы не торопимся, мы хороним объекты. Смотрите, еще светло. Конечно. Не вам не холодно, маленький Стантин? Хорошо. Ой. Копатель, не Перчихин, а копатель. А вы с землей вниз понесете? Кошмар. Замечательная акция, по-моему. А где Фредерик? Сейчас придет. Ты его позвал? Не знаю, наверное, я вообще-то позвал. Ну сходи, позови. Он же куратор. Сходи, позови. Конечно. Вот, вот что такое искусство. Ничего не осталось. Так, ориентировался. Ты тоже девушка, ты тоже звонил. Понятно. Те, кто с ними пытается справиться, да. Я обещаю. Да, ну может быть. Жалко, Серж Ануфриев ушел. Да ладно. Ну и хуй с ним, конечно, как говорится. Вот. Не, я работаю сюда в эфире положение. Ты мой хороший, ты лучше на Фонсорос работаешь. А да? Вот, читайте, кому глядишь. Кому смотрите, кому глядишь. Какая милая мысль. О, какая красота. Какая красота, вот и я говорю. Блин. Только сразу кладите на подиум, ладно? Не в центр, ладно? Thank you.
Ты будешь по одной их писать, да? Ты будешь по одной их писать? Нет, ну, как на полу. Давай мы тебе разложим на полу все. Хочешь на полу? Ну, значит, да? сначала одни 8, но я хотел бы весь пол. Давай все. Все, да, это последнее? А? Последнее. Как дверь? Вот разгрузить. Ну разгрузим. Мы стиральную машину выбрасываем.
Thank you.
да? Кролик, будьте добры, чуть-чуть. Да. Похоже, на камере закончилась кассета. Тоже делал. Макс Владимир. Подожди, Наташа, там еще 5 минут написано. Стирали, их не выбрасывали. Они из ткани, из картона. Да, положите, сейчас положу.